2 мая вечер, и опять шашлыки. Как вы уже достали с этими шашлыками? Нет, почему? Да? Это хорошо, наоборот. Дровишечки тут, все как положено. Но Женек в этот раз решил поскромнее на маленьком мангальчике. В этот раз как бы кворум поменьше. Но все равно мы шашлыки снимали, снимаем и будем снимать. И пусть нам дизлайки, кто хочет, тот и ставит. А мы на них не будем обращать внимания, на этих людей. Пусть они что хотят, то и делают. Мы все равно будем снимать видео про шашлыки. Как они жарятся, как они парятся. И все остальное. В том числе и рецептуру. Ну, пока идет подготовка. Как бы не очень интересно. Потом наш репортаж мы продолжим. А, LED-лампа уже висит. Тут все в разгаре. О. А, красота какая, а. Ну, в кальянах разбавляют. Разбавляют, мало чего. Все, ну, ты что так хотите? Корпус боевика. Все как зависит красиво. От колбы, от величины колбы. А так, без разницы, можно и металлический вверх. У меня, допустим, шашлычок. Так, что тут у нас дальше? Не прилипает ничего. И столик. Сам табак вот этот, который горит. Вот такой стол, тут все налито. Грибочки, закусончик. Все ништяк тут. Давайте вот. Ребята выпивают тост, как всегда, за присутствующих здесь дам. А я фотографом работаю. Я не буду говорить, как я люблю тост за присутствующих здесь дам, потому что они дам плохое слово. Не сокращай. Да. Ну, за женщин. Не важно. На нашу прекрасную половину. Да. Вот они, половинки стоят. И за них надо выпить. А вот они, другие половинки, которые давай хотят выпить. Давайте. До дна. Ой, красота. Мы хотим еще посидеть чуть-чуть. Ой, какой красивый. Нет, давай еще пол ящика. Костерок, а? Зачем? Зачем еще осталось? Это твое. Попробовал? Вот это хорошая. Красота. А я себе взял говно. Тайга, да? Так. Ну что? И здравствуйте вам. Ага. Красота. Ай-яй-яй-яй-яй. А тут угли какие вообще. Обалдеть. Вкуснейшие угольки. На них шашлык не может не получиться. Просто вот априори. Вот такая красота. Да? Это да. Сейчас кого-нибудь поставить, к хвосту веник привязать и пусть машет. Сейчас чуть они прогреются, дым пойдет. О, начинает шипеть потихонечку. В общем, красотень. О, вот да, так вот. Вот такое мясо. Обалдеть. Сейчас оно невкусное и некрасивое. А через 20 минут буквально станет вкусная, красивая, красивая. И даже прекрасная станет. Да ты, ну что, как? Запах пошел, а? Да? Отлично. Все, запах пошел, да? Да. Да. И запах, и дымок пошел. И лампочка хорошо светит. Да. В LED-лампе жарятся шашлыки. Не халам-балам. Потом, когда видео выключится, расскажем новый магазин. Да. Так, что тут, как дела? Там в гараже дым, там пока еще. Обалдеть. Я не командирую, я командир. Тут можно слюнями и зайтись. 24 человека. Из них 12 контрактников. Все шкварчит, все шипит. И все остальные срочники. Вот он, главный шашлычник. Женек. Надя будет офицерский шоколад кушать. Вот я сейчас жену устрою. Красота. Жень, ну что тут, маринад тот же? Она ушла в декрет. Да, только пришлось мариновать быстро, немножко соевым соусом залито. 100% докладно она получает. То есть соль, перец, лук. С
соль, перец. Я 400 тысяч лук. Заплачу за то, чтобы она... И соевый соус, чтобы быстрее промариновалось. Просто за то, что едет. Потому что время было ограничено. Понятно. Вот наш главный шашлычник, шеф-повар. У нас тоже есть кухня. И вот шеф-повар кухни Женя. Шашлыки вкуснейшие всегда. Кто будет смотреть, не ставьте дизлайки, заколебали вы своими дизлайками на шашлыках на наших. Да. Да, они от зависти ставят, я так и понял. А кто вам мешает? Это ж не миллионы стоит. Но... Ставят дизлайки, жаба душит. Нормальные люди просто берут и жарят шашлык. Они нормальные ставят дизлайки. Нет, она начальник радиоуправления станции. Или, наверное, те, кто уже это не ест. По сути, она должна на все полевые выходы выезжать. Ну, в общем, я таких людей не понимаю. Ну, не нравится, не смотрите. А нам нравится. Мы смотрим, снимаем и будем снимать. Это все дело. Вот ребята тут развлекаются, отдыхают. Куда? К вам сюда? Вот. И мяско. Наступает торжественный момент. Дрынь-дрынь-дрынь. Шеф, все готово? Все готово. Все понятно. Снимаем мясо, прежде чем его снямкают. Все сразу? Да. Ну, может. Все. Ура! Ура! Ну-ка покажи. Вот так вот. Ай, красота! Красота! А Женя сейчас вот займется своим излюбленным. Начнет делать картофанчик. Ну вот. Сейчас тудым-сюдым, и закусон будет мировой. Вот же ж, я ж не успела. А еще лаваши они тут продымится. Это такие, которые не жарят. Не, хочешь, я подогрею? Да, хочу, хотя бы. Ну, чуть будут с дымком, конечно ж. И сейчас еще минут 20, да, и картошка да, 20-25 будет. 20-25 минут картошки достаточно. Ну, 20-25 минут, как сказал шеф-повар. А тут пока это будет готовиться, тут еще лавашики немножко подкоптятся. И станут еще в 2,5. А то и в 2,8 раза вкуснее. Ароматнее, мягче, с корочкой. Да. Вот, с корочкой, с мягче и прочее, прочее. Так что вот так. Женек, а? Держи. Не-не-не, хватит. Там да. Рядом с секретером. Вот так, сейчас тут все пойдет. Цельный ритуал тут. Так, хорошо. Посмотрим, что тут с мясом. Ай-яй-яй-яй-яй. Пар идет. Все тут. Ну-ка, ребята, покажите, что вы тут. Мы не пьем. Ну а почему вы не пьете? Так закусывайте тогда. Закусывайте. Пар идет. Все тут идет. А у него папа генерал. Правильно, так в армии так и делается. И гениально. С пылу с жару, смак. Получил. Выездное отделение передачи смак. Вот у нас тут картофанчик. Сейчас будет пропекаться. И будет там внутри у него мяско с сальцом. И в собственном соку тоже. Пальцы можно облизать, и язык можно проглотить. Вот, так что судороги. Цените, да. Да, тут у нас, я же говорю, народ дизлайки ставит под видео. Не ставьте, все равно мы это дело будем продолжать. Вот. Это дело нужное и полезное. От дизлайков количество шашлыков не уменьшится. Да, и все равно мы снимали, снимаем и будем снимать такие вот видео и выкладывать. Потому что нормальных, адекватных людей больше. Вот. И вообще такие видео всегда... создают позитив. Все в полный рост. И народ. Вот они. Слушай, не кусочек мясечка. С удовольствием скушаю. Российская армия рулит. Да, да, да. И шашлыки. Шашлыки это. Российская армия и шашлыки. Да.
кусочек. С удовольствием. Так, а то у меня слюни на камеру капают. Все пошло. Вот мы решили все-таки хоть раз снять, а то действительно люди говорят, что я снимаю, а есть не едим. Вот смотрите. Какая вот красота, юшечка. Будем, да? А юшечка будем. Какая? Сейчас возьмем маленький кусочек. А, лаваш с дымом какой. Дай зайди лаваш. Вот сюда вот. Так, макнем. Лаваш. Вот, смотрите. Вот сюда макнем. И, как я люблю. Бедный зритель. Вот, как я люблю. Да, жирко. Захлебнулись слюной. Захлебнулись слюной. Как говорил Аркадий Райкин, списписки. Жень, как вот вкусно. Да куча, да, сними вот этот ящичек. А чё? Почему? Вот такой шашлык. Это дома. Уже, так сказать, то же самое, но мяско дома перекусить. Хозяечке своей второй половиночки надо тоже скушать кусочек. Шашлычка мы все любим. Но она из скромности не хочет на камеру сниматься. Вот так. Приятного аппетита!